Сегодня отмечается день удачи. Вот вы считаете себя удачливым человеком и вообще как в жизни вам больше везло или не везло? Ну, вообще-то я удачливый человек, да. Скажите, какой-то у вас способ есть привлечь удачу, может быть? Да нет, мне кажется, что удача на самом деле, она или любит, или не любит. Бывает, отворачивается, бывает, приходит, когда ее не ждешь. Но везет обычно тому, кто везет. И если ты не готов к тому, чтобы удача пришла, она может мимо пройти. Помахать ручкой и сказать, ну, старик, ты не готов, когда будешь готов, я приду снова. А может, и не приду. Удача такая, капризная девка. Понятно. Давайте немножко новостную политику обсудим. Вот сейчас популярный такой тренд. Жерар Депардье, потом Самина Сериф, француз, просит российское гражданство. Рой Джонс, боксер, вот получил его позавчера или в пятницу, уже не помню. Как вы думаете, что это за тенденция такая? Почему все решили стать россиянами? Ну, во-первых, Жерар Депардье, несмотря на свой огромный талант актера действительно мирового класса, мирового уровня, он всегда был очень эксцентричным человеком. Достаточно вспомнить, как он разъезжает на своем мопеде по улицам Парижа, попадает вечно в всякие передряги, дозы вина, которые он выпивает, там 10 или 20 бутылок, куда влезает, не знаю, дай бог ему здоровья, конечно. Вот. И я думаю, что в какой-то момент, подружившись с нашими русскими ребятами, а я даже одного из них знаю, они ему начали, наверное, капать на мозги в плане того, что сколько денег он выбрасывает на налоги во Франции, почти 50%. И Жерара Депардье на старости лет загрызла жаба. Он подумал, ай, в самом деле, поеду я-ка в Россию и буду платить там 13%. Вот. Ну, такой экономический момент. А второй момент, у него паспортов штук 15 или 20, по-моему. Поэтому говорить о том, что он гражданин России, я думаю, не приходится. Он и гражданин, кажется, Черногории, и гражданин там еще каких-то стран, в общем... Ну, коллекционирует человек паспорта. А что касается других, вот актер из фильма «Такси», если помните, такой был, там главную роль сыграл Самина Сериф. Или Рой Джонс, боксер, вот в пятницу получил российский. Ну, экономический момент, мне кажется, работает экономически, потому что в самом деле у нас очень низкие налоги по, так сказать, по прибыли, да? И люди, когда зарабатывают большие деньги, им... собираются платить налоги, им жалко отдавать такую огромную сумму. Вот и все.